В день вывода советских войск из Афганистана администрация Ленинского района рассказывает о земляке Александре Аленине, который погиб в Среднеазиатской республике. Младший сержант, командир миномета 11 февраля 1985 года, вел бой с мятежниками. Прикрывая огнем перемещение своего расчета на огневую позицию, Александр Аленин был смертельно ранен. За мужество и отвагу награжден орденом Красной Звезды посмертно. Администрация промышленного района сообщает, что в школе 65 стартовал открытый конкурс по начально-техническому моделированию, посвященный Дню защитника Отечества. Уже сегодня первые участники принесли модели автомобилей из деревянного конструктора и танков из бумаги. На конкурс принимаются работы учащихся школ, модели авто, авиа и ракетной техники, а также макеты, композиции и диорамы военных действий Великой Отечественной войны. Свои макеты можно принести в лабораторию беспилотных моделей школы 65 с 15 по 17 февраля, с 10 утра до 3 часов дня. Конкурс организован Центром детского творчества «Радуга успеха» совместно с администрацией района. Администрация Октябрьского района Самары сообщает, что в районе продолжаются работы по расчистке внутриквартальных проездов, тротуаров и входных групп от снега, наледи вручную и с применением специализированной техники, и размещает подтверждающие это фотографии.